Пару слов для телеканала «Светотень». С удовольствием. Что вас интересует? Какая работа? Что бы вы хотели сказать миру о своем творчестве? Мир, о чем речь? Смотрите, я расскажу про эту работу. Картина называется «Годовщина». Годовщина чего? Годовщина... Вообще, эта работа, по большому-то счету, рассчитана на эмоциональное восприятие. Здесь как таковой сюжетной линии нет. Это то состояние надрыва внутреннего, когда это со всеми происходит. Со всеми происходит. И вот этот надрыв мы ощущаем часто в этой жизни. Вот и все. Когда люди приходят, и зрители, и спрашивают меня, о чем эта работа, я говорю, ищите сами. И каждый зритель сам для себя это находит. Кто-то находит, что это связь с какой-то землей, что это потеря матери. Может быть, у них корова там умерла. Годовщина смерти коровы. Но это не столь важно. Ну вот и все, если говорить о работе. Сказать миру, ну, что можно сказать миру? Я как художник, я даже не знаю, что сказать. Я просто живу какими-то эмоциями, какими-то впечатлениями от жизни. И передаю это на холсте, вот и все. Говорить я не умею, я не обладаю таким талантом, пересказывать что-то на языке. А вот мой инструмент — это все-таки кисть. Кисть. Ну и все, наверное. Спасибо.